go outside. The snow is falling down and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir perform and all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs that we love. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas moment we'll fill with love and joy. Ну что, друзья, всем привет. Наконец-то у нас очередная рыбалочка. Месяц не был на рыбалочке. Ну, на прошлой рыбалке ногу подвернул. Ну, 2 недели отходил, потом морозы ударили, соответственно, не ездили. Ну, Андрюха ездил, я не ездил. Сейчас привез опять меня в какие-то дебри, какие-то грязюка. Вот, пробираемся. Говорит, рыба будет, но это не точно. Чё срезать? Можно, говорю, срезать. Я на карты, говорят, вот так ближе будет. Да? Может, ну, не стоит. Вот следы пошли. Так это с животных следы. Нет. Ну, даже не по колено. Да, нет, ну вот она река сегодняшняя у нас. Удочка у меня Интер Барон. 50-й. Барон. Да, я просто посидеть пришел. Так, катушечка у меня Лювес. 2500. И блесенки. Будем работать с блесенками сегодня. Питерского мастера будем тестировать. Будем тестировать. Я, кстати, себе смитовских S-лайнов купил немножко. Смитовских S-лайнов купил. Смотри. Начнем вот с такого цвета. Ой, ну что, пойдем рыбу ловить. Ну что, двигаем. Keeps us warm. We can't spend the night underneath the mistletoe. And I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. The snow is falling down and the storm is on its way. But as long as you're everything will be okay. Cause all I wanna do is spend this holiday with you. Tomorrow it is Christmas, the first for me and you. I've longed for this moment to have you for myself in a cabin. Место козырь, рыбы нет. Идем дальше. Ну, следы есть, ходили, да? О, тут бежал, да. О, есть, есть. А я воблер поставлю. Такой яркий. Почти вышло. Ну, почти закусил. Я слишком, ну, быстро выкрутил. Вот здесь прямо.
какой-то воблер, не сильно тонущий. Ну, за воблером она вышла активнее, ну, мне так показалось. Нет, нет, это вообще не реагирует. Чё? На кислоту это вообще не реагирует. У меня получается... У меня на кислоту, на эту. Нет, я, у тебя там игра может быть. Да, конечно. Пюрешки очень игра, мне просто размажется из зимы. Сейчас. Возможно, наверное. Making plans, what we're gonna do. I feel so blessed that I can be with you. 'Cause God knows that I've been longing for ya. Just wanna hold you close. You know the stars are shining just for you. Let's take a walk and we can follow the moonlight till we reach a place we could stay. Maybe kiss a bit and dream away. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. 'Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I don't need any presents, as long as I spend this day. Kissing on a mistletoe, baby, with you. Ooh-hoo. Сейчас бы эпично в речку. Все, ну кайф. Не холодно, тепло. Снежок. Вот она у нас первая форелька. Ладно, быстренько отпускаем. Ну что, наконец-то первая форелька на блесну Константина Rebel. Вот в таком цвете. Да. Так что продолжаем. Там уже отпустил быстренько. Быстренько отпустил, да. Ну что, становится поинтереснее. Продолжаем. Продолжаем. Открытие форелевого зимнего сезона. 2022. Сейчас пойдут козырные места. Да, забыл сказать, блесна называется Уна. Вот она. 3.5 грамма. В таком вот цвете сработал. Мне Константин говорил, что форель любит его, поэтому я ее поставил и поймал. Смотрите, друзья, классическое зимнее место.
Вон это как течение. И вот там такая яма. Хорошая яма. Вот там. Вот там. Но ни одного выхода, ни одной поклевки, ничего. А на прямой там глупая какая-то взяла. Непонятно. Получается, пока не работает наша схема. Зимняя. Хамакура нет просто, да, кстати. Может, хамакуру надо было взять, правда, попробовать. Все, говорю, все, что хочешь, яма. А рыбы нет. Что делать, мы не знаем, короче. Я уже и воблер покидал. И что только не кидал. Ничего, ничего. Ну мы идем дальше, не отчаиваемся. Рыбалка еще продолжается. Может, еще кого-нибудь вымучаем. Сегодня погодка вроде такая хорошая, как надо. Тепло, пасмурно. Дождь даже обещали, но рыбы нет. Рыбы нет. Прям я ее просто не смог поднять ее просто. Какая большая, что не смог поднять? Ну, в смысле, свалилась. Я начал поднимать, она свалилась. Я же не полез с подсаком туда. Вот так вот взяла, чик, шевел, вел, и она бах. И бахнула. Вон там, друзья. Козырное место. Да не, малявка. Этим доконтактом доловил, короче. Прям туда в яму. Короче, я ее форельку взял вначале на блесну. Точнее, как она клюнула у меня. Потом я поставил вот доконтактик. И доловил ее. В таком цвете доконтакт. 50-й, наверное, или 40-й какой-то там. На блесенку вышла из укрытия, стояла такая, прям я видел, на песочке стоит. Я потом взял, воблер поставил и доловил ее. Она под бревно ушла, я чик, камера, батарейка села, не заснял ничего. Сейчас будем обедать и продолжать. Рыбка ловится, активная, в принципе, места еще дальше козырные такие с виду. Наверное, будем обедать, я не знаю, Андрей что-то там особо не спешит, одну яму долбит.
поэтому пойдем дальше. Да, Андрюханович? Сейчас покушаем и поймаем еще по форельке. А то и по две. Да? Ну, не. Дайте мне одну хотя бы. Решил еще попытать счастье. А я пойду потихонечку дальше. В козырные точки. Я не верю, что если один с рыбы вышло, что на второй может пойматься. О, да, да, да. А? Что, друзья, рыбки больше нету. Выходы были, но Андрюха поймал одну, и рыбы больше нету. Места такие стали какие-то такие неглубокие, прогонистые, летние, короче. Идем дальше. Время, правда, уже 4 час. Темнеет рано. Соответственно, надо уже идти скоро к машине. Потому что уже далеко ушли. Фу, блин. Фу, тяжелый рюкзак, конечно. Вон места такие козырные. Кого, окуня? Блин, ну там огромная такая лежит, а палка, блин. А, это подсак. Ё-моё, какая! Ребята, посмотрите! Посмотрите, какой трофей! Андрюха, у меня тоже выход там был. Кто-то тюкнул. Да, оттуда взял. Понятно. Ага. Вот они там, туда. Она прям... Мне видно, она идет, 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 идет. Ох, есть. О, хорошая. Ух ты ж, бля. Ну, а, тихо, тихо, тихо. Блин. Иди в жопу. Иди в жопу. Блин, ну хороший был. Я лучше бы на берег. Раз, 50. Блесну свою. Пару. Не, главное, пришел с тобой, ты постоял такой. О, поймал, пока фоткает, я такой чик туда, блин. Опа. Блин, ну я не дотащил. Самая хорошая форель была сегодняшняя. Прям вообще зачетная, зачетная, да. Она и приятная, и как бы и спить. У меня, наверное, такие выходы были еще большие. Ну. Вот у меня примерно плюс-минус такая вот там вот, где я долго стоял, где мой дед был. Плюс-минус такая. Не знаю, это прям вообще хорошая, мне понравилось. С ударчика. Кстати, вторая рыбка, получается, была вот на вот такой, на вот такой цвет уна. Тоже от Rebel Masters. Rebel. Классная такая, светится, по-моему, в ультрафиолете. Что, ребят, вот такая у нас получилась рыбалочка. Предновогодняя. Скоро Новый год, я вот как Дед Мороз, в красной шапке. В общем, отличная рыбалочка,
там записали концовочку на ветру, я думаю, просто ничего не получилось, наверное. Так что все, в принципе, видели, рулили сегодня блесна. И воблерочки маленькие на твичинг, в принципе, сами не ожидали, но рыба еще ловится на твичинг. Хотя думали, на джиг будем ловить, но на джиг ничего не клевало. А блесенки и воблерочки на твичинг, легкий, медленный, медленная проводочка на ямках. Все-таки рыбку мы нашли. Поэтому пойдем домой, подписывайтесь на канал. С наступающим Новым годом, а может уже с Новым годом, смотря когда это видео сделаю. В общем, всем пока. Коврик убираем свой.